have ways of blowing things up. Ребятушки, с вами Оладушки, и мы с вами в Halo. Так, давайте по-быренькому посмотрим на тактическую карту здесь. На вот этом островочке, на котором мы сейчас с вами находимся, я побегал и сделал абсолютно все побочные задания. Это нужно было для того, чтобы понять, стоят они того или нет. Стоит ли нам по ним в будущем бегать и хочу ли я их записывать. Тут есть... Какой огонь? Пока... Что вы делаете, ребят? Мы в чистом поле находимся. Какой огонь? В кого ты... Идите нафиг. Давайте, пока я бегу до точки нашего основного задания, я вам сейчас расскажу, что здесь происходило и как это вообще все было. В общем, по карте разбросаны побочки в виде захвата баз, в виде... освобождение отрядов солдат наших в виде еще кучи всего. Блин, вот это, кстати, не знаю, что это такое. Сейчас подойдем, посмотрим. А, это то, что мы захватывали в прошлый раз. Кстати, да, это то, на чем закончилась прошлая серия. Теперь я это вижу. Здесь можно, кстати, пополнять оборудование. И... ну, в общем, все то, что пока что мне не понадобилось, оно все находится здесь. Можно... Извиняюсь. Оружку, гранаты и все дела. К тому же, есть такая... Ты здесь остаешься, с тобой ничего. Есть такая штука, как охота за головами. Охота за головами — это когда есть какой-то, грубо говоря, преступник, хотя мы вроде их всех убиваем, но есть какой-то особо опасный, ты приходишь и получаешь за него какое-то бонусное оружие. Ну и из больших, в общем-то, здесь только охота за головами и захват базы. Захват базы — это реально большая комплексная штука такая. Следующий захват базы обязательно попадет на видео, потому что это интересно. Охота за головами, может быть, я одну или две отсниму. Остальные активности на самом деле интересно играть, но не очень интересно смотреть. То есть ты просто бегаешь. О, привет. До свидания. До свидания. Ну вот, короче, вот так мы научились делать. Я немножко прокачал крюк. Теперь он перезаряжается на 40% быстрее. К тому же, теперь, когда мы крюком бьем в кого-то из этих ребят, они замирают. Башня. Ну да. Я немножечко позабирал очки спартанца, немножечко... Амин. Блин, меня сейчас... А, я просто... Ой, а где? До свидания. Я просто улетел случайно. Теперь с большинством врагов я могу справляться... Вот так. Извини, это предназначалось тебе вообще-то. Крюк я очень сильно недооценил в предыдущих сериях, теперь я понял. Вообще, крюк — это такая штука, которой могло бы позавидовать, наверное, большинство населения Скайрима. С учетом, как тут можно носиться по горам. Зачем? А если я так сделаю? Не, ну нормальный, блин, берет в меня, стреляет. Это... Не, это свой. Мне показалось, что это враг. Ворвался. Случайно. Где? А, вижу. Оружку-то я потом перезаряжу. Убил. В общем, на некоторых элитников... На некоторых элитников не действует вот этот электрошок. На самом деле пофиг, потому что
ты подлетаешь и просто потом добиваешь их. Высунься. Ну, высунься. Ладно. Пойдем зачищать сейчас эту башню. Это сегодня как раз у нас основное задание. Все-таки остался с револьвером, потому что, ну, блин. Не знаю. Это прям лучшее, что... Ой, там... Это... Переключись, пожалуйста. Спасибо. Это лучшее, что тут пока что есть. До свидания. Вот их снайперов надо поубирать. Я чувствую, они меня бесить будут. Так. А, то есть ты все-таки решил выйти, да? Молодец, на здоровье тебе. У нас еще 38% энергии здесь. Иди сюда. Ну выйди, ну чё ты? Ну как этот, блин, взял, заныкался. Есть. 16%. Так, там еще кто-то бух... О, я вижу, кто бухтит. Ай, блин, повезло тебе, у меня патроны закончились. Хорошо, я наберу патронов и вернусь к тебе. Пока что. С кем я тут недоразобрался? Вот так вот делаем. Он нас истребляет. Особенно тебя. Да, враги, кстати, довольно сильные. Ой, патрончики. Даже самые первые из них... 50% неплохо. Даже самые первые из них, они все равно имеют шанс навалять. К тому же мелкие очень часто, если видят, что у них мало шансов, тупо берут две гранаты и бегут на тебя. Засранцы. Так. Это мне не особо надо. Вот я, кстати, пополнил себе снайпу. Я продолжаю кликать на единичку, чтобы переключить патроны. Да, я опять же... в пролете, в промежутке между сериями поиграл в Halo Reach. Я там уже прошел 8 кампаний, кстати. Вот, и рефлекторная память, она же такая... О! Неплохо. Патроны тратить вообще не обязательно, особенно когда они так по одному ходят. Крюк перезаряжается довольно быстро. Ох! Видели, он грену кинул. О, вот этот вот, это толстый чувак. Но даже на такого чувака находится управа. But fortunately, it's misplaced. When the lockdown triggered, there was a power spike in what I presume was a security building. I've marked it on the map. О, блин, там что-то большое, или мне кажется? Голосовое? Мне надо туда. Залетел. Привет, чувак. Это моя снайпа, да? Спасибо. We need to deactivate the lockdown.
Я не могу теперь наиграться с этим крюком. О, как раз хватает, чтобы убить его. Ну-ка, патрончики, спасибо. То есть, не знаю, когда с большой дистанции, то я стреляю снайперки. Когда с маленькой дистанции, я просто не могу наиграться этим крюком. Ой, я его взорвал. Это просто настолько весело, потому что на 40% быстрее перезарядка, крюк перезаряжается сейчас очень быстро. О, где, чем ты это сказал? Да иди сюда, голову высунь. Где ты? Есть. Хедшот. До свидания. Блин, это стало реально весело. Нет, есть парочка элитных чуваков, которых прям трудно бывает убить. Ты... Еще и очухаться успел, хрюки-паразиты. Чем ты... Зачем? Стой! Ну, шлем-то я тебе... Ну, блин, ну... не люблю оставлять мусор за собой, ну ладно. 27%. Что-то они там внизу. Да, я понимаю, что локдаун надо снять. Я сейчас немножечко поистребляю их. Вон там мне чувак снайперку еще должен отдать. Вот тут. Неплохо. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. Я знаю, что с тобой делать. Так. Блин, ну как... Вот такие вещи я не люблю. Я же не сюда целился. Ладно. Кстати, я что заметил? Тут есть полоска здоровья и полоска брони. Они сделали, что в первых частях еще нужно было... здоровье пополнять. То есть здесь они сделали, что и здоровье, и броня пополняются автоматически. Неплохо. Честно говоря, так удобней. Так, ладно, снять локдаун это туда. Значит, поехали туда. Open up the fire. Иди сюда, чел, чел, чел. Стой. This is it. Let's find a way in. Это просто слишком весело. Боньк. 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 Все. Да, 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 давай, 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 чел. Destroy him. Вообще смешные ребят такие. Так, отключаем локдаун. Пускаем сюда нашего зверька. Бам. What is it? This. Тезилятор для допроса, которым заведует наш старый знакомый Чаклок. Чаклок. His reputation is not good. Да ладно. Neither is mine. Раскатаем. You're going to need to manually activate the gravity lift. Активировать гравити лифт? Да без проблем. О. This location acts as a holding facility. Prisoners are captured, funneled through to Chaklok, and then onto somewhere they call the House of Reckoning, which is suitably ominous and banished sounding. Не, чувак, не судьба. Просто не судьба. Где тут что? Так, гремчиками подбирать не надо, оружку. Серьезно, этот револьвер, он работает лучше, чем автоматическая оружка, хотя, в принципе, я обычно... Friendly, круто. Обычно предпочитаю автоматическое оружие, но вот прям здесь... вот...
Есть вот такие задания, ты приходишь, там просто сидят связанные солдаты и несколько этих внизу, и ты такой просто их освобождаешь, и все хорошо. Оп, оп, да запрыгнешь, ты же ж. Спасибо. О! Бам! Как я два раза промазал только что? О, этот! С вот этим чуваком иногда приходится повозиться. Не то, что прям долго, но из-за того, что у него джетпак и гранатомет, он прям иногда может доставить. Лежать, уродцы. А, к вам подкрепление пришло, что ли? Погодите, погодите. Это так не работает. I win, you lose. Вот как это работает. Минус. Блин, оно взорвется сейчас. There we go. Gravity lift's active. Может, ты взорвешься? Оп, бум. Прятался, прятался такой. Нет, не пойду, не хочу. Я? Не, прикинь. Да, вот есть такая штука. Случайно попадаешь по кому-то из своих там, или на машине, или что такое. Тебя моментально обвиняют в том, что ты хотел их убить. Так, мне туда? Отлично, поехали. Патроны у меня вроде есть. А... More Spartan armor and the source of the distress signal. Спартанская арма. A deployable threat sensor. It appears to lock onto and highlight any targets in range. О, полезная штука, согласен. В общем, фишка в чем, что на прокачку у меня было только два навыка. Видимо, мы сейчас третий подобрали. Спартанцу Хадсону Гриффину. Sensor logs suggest he was alive when the armor was removed. Когда броню сняли насильно. It's a long shot, but he might still be alive. Может, он не погиб? Поищем, моя твоя понимать. Да, разместить датчик, чтобы та-та-та-та-та. Это у нас третий скилл, который, собственно, появился. Улучшение. Да. Значит. Не, чувак, не судьба. Блин, не дали посмотреть. Не то место, куда приходишь по доброй воле. Да я подойду, подойду, чел. Погоди, вы мне не даете почитать. Стой, там что-то. Увлекается пытками. Там что-то где-то. Не-не-не, погоди, это так не работает. А где... Где слышал сигнал? Наверху, что ли? Я где-то слышу сигнал этого датчика. Ладно, значит, потом найду. Если я найду, я не планирую стопроцентное прохождение, поэтому... Опять же, сейчас читать про эту штуку, ну ладно, у меня пока что нет очков спартанца, чтобы ее качать, поэтому сейчас прям можно и не читать. Датчик. Нажмите 2, чтобы... А, я понял. Это, кстати, интересно. Я могу менять между крюком и датчиком. Это интересно. Предварительная разведка. Предназначалось...
Воу-воу-воу! Изначально не тебе предназначалось? Чё ты орёшь? Бегают, орут мне тут. Где? А, вот. They called it a silex. Sure. I call it something that should have been left well enough alone. The elites, the jackals, even the damn brutes seemed scared of what was inside. Eshorn, their leader, he just stood and watched as they held my hand against it. Я, к сожалению, в бою вообще не читаю все, что там происходит. Я думаю, вы читаете, вы понимаете. Вон, смотрите, смотрите, видите, когда он оказывается один, он просто берет и крену заряжает. Можно даже больших чуваков вот так вот убивать, неплохо. Ну, там, до определенного размера больших. Есть прям элита-элита. На-на-на-на-на-на-на! Я за тебя отомщу! Видите, некоторым все-таки нужны немножко добавки. Ну, то есть, неплохо так, но все-таки иногда приходится немножечко добавлять. Так, нам выходит сюда. Ну, нам вверх. О, а что? Погодите, а что это за ящичек? Модуль спартанца найден. Вот легко и просто. Кстати, да, модули спартанца такая штука очень редкая. Они существуют только в определенных местах на карте или же в местах очень сложных заданий. То есть, например, захват базы, там был один модуль спартанца. И вот видите, теперь на основном задании был еще один модуль. На самом деле неплохо. Так, это мне максимально... Пойдем посмотрим наверх, сохранение точки. Кстати, насчет сохранения, не знаю, у меня сейчас загрузило очень, в очень странном месте, когда я начинал серию. Стон боли. О. О, нет, Спартан Гриффин. Он все еще жив. А, это он. Мы должны его оттуда. Где Чаклок? Unknown. То есть там босс, да? Я так понимаю... Мы сейчас будем с босиком. Да-да-да, с босиком. Блин, у него этот меч. It is where you will be broken. It is where you will give up your secrets. Оно еще и стелсовое. The walls retracted. Watch your back. He could come from anywhere. Я понял. I'm coming with you, Spartan. I need another weapon.
Иди сюда! Иди сюда, чувак! Я тебя там не вижу, иди сюда! Не-не-не-не-не! Так это не работает. Контратака. Блин, у меня патроны заканчиваются как-то. Я бы... Короче, при захвате базы там был один чувак с таким вот энергетическим мечом. Тоже очень жесткий. И поэтому... Блин. Я просто боюсь, что у меня патроны закончатся. Я не хочу, чтобы у меня патроны заканчивались. Так, только не отращивай себе щит. Есть, я его убил. Вот, я могу подобрать вот такой вот клинок, если что. Он... Да-да-да, надо. Согласен. Да, патрон перезаряжу. Нет, не эти. Я никак не могу выучить тип боеприпасов. Здесь же где-то должна быть перезаряжалка, правильно? Например, вот это. Да, спасибо. Зря переживал. Я тоже плазменное пополню себе. На самом деле не очень сложный босс, особенно с вот этим вот модулем скана, вот вообще хорошо. А как... А, вот, да. Ну чё, спартанец, выходи. У меня так снайпа на спине выглядит, прикольно. You're alive. Chief, the Banished. I tried to stop them. I tried to... Easy. You're safe now. The Banished, they have something they call the Conservatory. That's all I know. Picked up north of here. Dig site. I couldn't stop them. But you can. You must. You have to. Consider it done. That's good. Good. The others. The Spartans. Did you? I'll find them. Echo 216. All channels. Can you hear me? I repeat, can you hear me? Chief? Big guy, your motion tracker isn't moving. Ah, come on, come on, give me anything! Chief, I... Respond, please! Did you find the source of the signal? Whatever's down there either has to come with us or be left behind. Can you hear me? A dig site on the ring? This conservatory must be some sort of forerunner installation. Интересно. What do you suppose they're after? It's time to go. А как я там отсюда валил, напомните? Задание выполнено, башня. А, вот. Вспомнил, не вспомнил, а увидел, ну ладно. А, меня прям на улицу выпускают, ну и хорошо. I'm guessing that whatever the conservatory is, the Banished won't want us anywhere near it. Then they'll be disappointed. Yes, they will. Так. Уии!
А, я не это хотел, отдайте мне револьвер, пожалуйста. Спасибо. Итак, 2000... Да, кстати, покатался немножечко на транспорте. Одну точку освобождения пехотинцев я разрулил полностью на машинке. Было весело, но здесь гораздо проще передвигаться без транспорта, если уж что-то пошло. You what? Бонь. Все, свали отсюда. Да иди нафиг. Минус турелька. Можете, пожалуйста, не прыгать? Неудобно целиться. Короче, идите сюда. Не то! Я не то хотел сделать. Ну ладно. Не хочу тебя разочаровывать, но ты меня тоже не убьешь. Разобрались. А что я тут активировать собрался? Активация чего это была? Стой. Я что-то нажал, что-то... Ладно. Это не зарядилось случайно? Нет. Кстати, я теперь понял, для чего здесь 1-2. Это переключение между скиллами. Да, мы же подобрали модуль. Ну-ка. Улучшение. Давайте в конце концов почитаем. Снаряд... Не дадут мне почитать, да? Принципиально. Вот кто это пиу-пиу тут? А, вон, я тебя вижу на карте. Ой, а ты там не один, что ли? Область обнаружена. Круто. База Эхо. Эхо. Так, хорошо. Супер. А, это у нас, я понял, это мост на другую локацию. То, что я вам как раз и сказал, что следующий захват... вот как мы будем перебираться с места на место. У нас будут открываться мосты. А, так это очень сильно упрощает задачу. Мы сейчас прям с вами пойдем вот эту базу разнесем. Вы как раз посмотрите, как это выглядит на видео. Потому что баз тут... Три, да? Так, место раскопок это такое. База 2, 3, 4, 5. 5 баз. Не знаю, не все я буду делать на видео. Просто сейчас пойдем посмотрим, чтобы вы увидели, что такое база вообще. Как это вообще все выглядит. Я не думаю, что есть смысл все это записывать. Опять же, пишите мне в комментах, что вы об этом думаете. Но я считаю, что мы можем взять вот эту штуку. Ой, я птицу сбил. Я хотел посмотреть на самом деле. Возможно ли это сделать? Оплот разделения? А, то есть мне теперь таким образом нужно ездить и открывать все, что тут есть? Неплохо. Ну, как бы это интересно. Я, наверное, бы покатался бы. Посмотрел бы. Who did that?
Видите, эта машинка, она в принципе не очень сильная. Вот, я вовремя отъехал от гранатки. Но, по крайней мере, тут бесконечные боеприпасы, и не надо переживать ни за что. Ты просто едешь и уничтожаешь их. Это весело, это вроде как аркадки такой, потому что... Блин, оно ко мне и... Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал? Вот же ж... Урод. О. Я слышу звуковой сигнал. Давайте послушаем. А как я заезжал? Погодите, это... А, ну это где-то здесь было. Да, здесь. Видите? Еще один Извините, перебил там эту штуку. Да, короче, я немножко перепутал. База — это у нас фиолетовая. Красная — это то, что будет нам давать инфу по окружающим объектам, а фиолетовая — это база. Поэтому мы сейчас с вами тогда и заглянем. Ну, вот, я вам хотел показать захват базы. Вот тут есть у нас, смотрите, Икновус — это охота за головами. Я оставлю, наверное, одну к следующему разу, чтобы мы посмотрели. А сейчас мы пойдем... Посмотрим на вот это вот. Вот как раз 200 метров, не так далеко. На транспорте, я же говорю, здесь перемещаться, ну, такое себе. Транспорт здесь больше именно как боевая единица. Я один раз, кстати, видел танк. Но когда я к нему добрался, он мне был уже не нужен, потому что я уже разбил абсолютно все. Итак... У нас тут есть один, видите, нам сразу говорят, тут есть один очок... Прокачок. Ну, то есть, где-то здесь можно будет раздобыть поинт спартанца. Как раз он мне понадобится для прокачки, наверное, новой обилки. Посмотрим, как это все будет идти. Опа! Еще один сигнал. Привет! Не ожидали? Ну и правильно. Death from above. Look there, the Marines. This must be where they processed prisoners before sending them to the tower. We've got to get them out of here. Да. Блин, этот гранатометчик меня достал. Ну, потому что я был слишком беспечным. Так, погоди, где меня там сохранило? Об этом они тоже пожалеют. А, нормально. Вполне удачно. Значит, опс, 66%. А где парень, который... А, вот он. Ты обеспечишь мне перезарядку винтовки? Вон они. Ну выйди, выйди. Не спускаем глаз никуда. В туалет особо глаза не спускайте, если что.
Вот этот чувак отбежал, аж прямо на стену отбежал, неплохо. Вот это прочная голова, да, у чувака? До свидания. Сюда-то они не заберутся, но сюда можно гранатометчик забраться. Так, 4%, сколько ты мне дашь? 50%. Он мне дает даже не 50%. Где он? Так, сейчас элитничков поубираем быстро. Вот эти все, это все шелуха. Серьезно, это все ни о чем. Видите, они с одного кулака падают. Фига себе, фига себе. Я тебя поздно заметил. О, он мне даст еще патронов на снайперку, хорошо. Было бы еще неплохо не промахиваться. Вон он. Блин, закончилось. Неприятненько. Есть, убил. Видели, видели, видели? Прилетел, блин. Это как? Нет, давайте не сначала. Пожалуйста. Ну, бесит. Ну, да, ну хорошо, хоть отсюда. Кого-то убило. Что меня бьет? Погоди. Закончилось, ладно. О, кого-то еще убило. И вот элитничка убили. Ну стой, чувак. Есть, не рыпайся уже. Все, ребят, вы свободны? Давайте. Вот что меня убивает, да? Кто-то гренками фигарит? О, снайпу дали. А, вот ты урод где. Вот кто гренками-то фигарил. Угу. Я думаю, кто тут такой самоуверенный, блин? Давайте, давайте, ребят, отвлекайте их, я за снайпой подойду. А это разве... А, это не здесь было? А где это было? Короче, ладно, да, приходим, снимаем элитников. Кроме элитников тут больше ни у кого ничего нету. Они нам противопоставить ничего не могут, в принципе. Внутри что-то интересное, ладно. Secure for the moment, согласен. Пойдемте мелочь всякую добьем. Тут сейчас будут... оп. О, вот это мне нужно. Нет, не вот. Ну, вот это тоже как бы... Модуль спартанца. Он тут один был вроде. Блин, их тут просто как грязи.
Опс, кого-то грохнули, походу. Нормально. Нормально, попадаешь мимо щита и все. Тут много на самом деле солдат, но в прошлый раз их было гораздо прям меньше. Ой, reinforcements, это интересно. Их прям было много, я же говорю, в прошлый раз. Killed in action. На, два удара и нормально, расходится, чувак. Блин, чуть не убил. Жизни, жизни, жизни. До свидания. То есть это у нас, в прошлый раз мне нужно было полностью уничтожить реактор, в этот раз мне нужно было просто побольше заложников освободить. Неплохо. Кстати, задания разные, и это... Это интересно. Under heavy guard. Ой, блин, эти ребята приехали. Грема! Эта штука не поворачивается правильно. Ой, еще кого-то рвануло. О-о-о! Грема! Блин. Блин. Элитники с рукопашкой, это прям... Я не буду убит этими... и не договорил, и грохнулся. Патрончики. Спасибо. Там еще внутри кто-то остался. Все, мы договорились. А ты кто-то прям особенный? Chief, we thought you were dead. А, не. Thank you. Пожалуйста. А, вот эти единицы отваги, да, их раздают. Я до сих пор не до конца уверен. Ну, типа, я понимаю, что это как очки влияния, но все же... The Marines probably want to burn this place to the... Do not misunderstand my concern, Kaidan. None would question your vigilance in safeguarding the processing outpost. Nevertheless, it is insufficient. We must never forget what happened during the war. A single demon rose from the ashes of their worlds and brought the whole of the Covenant to its knees. We believed him to be dead before, but were proven wrong to our utter shame. We cannot afford to make that mistake again. Видите, кстати, обозначается завершено, завершено. То есть вот модуль спартанца, который мы нашли случайно, вот еще один, допустим, модуль спартанца, который можно пойти забрать. Один мы нашли здесь. Сейчас я вам покажу, как тут карабкаться по... Да-да, я тоже рад тебя видеть. Смотри, кстати, вот прикольно, как тут видно, как идет это кольцо, и там видно корабль. Сейчас я вам покажу, как здесь происходит скалолазание. Просто чтобы... Что, блин? Я тебя вообще не видел. Зачем вы пасть открыли? А, ну, чтобы я увидел вот это. У-у-у. Да?
Давайте тоже послушаем. Этот синий элитник, короче, такой стоял. А-та-та. Да. Шкаф, который громко падает. Так. Зачем? Я на букву С пытаюсь сесть постоянно, проскользить, еще что-нибудь. Так, модуль спартанца подобран. Не, чувак, ты не понял, это я найду тебя. Вы до сих пор не догадались. Это не меня заперли с вами, это вас заперли со мной на этом кольце. Ребят, ну серьезно. Короче, вот такая штука. Вот вы увидели захват базы, увидели основное задание, увидели вот подбирание модуля, освобождение, ну, грубо говоря, башни. Ну, я понимаю, что это не башня, но это... Я вам оставлю, на следующий раз покажу Bounty Hunter. Как оно будет. Кроме Bounty Hunter, я, наверное, если будет что-то новое, тоже оставлю. Все остальное я, наверное, зачищу. И начнем в следующий раз, опять же, посмотрим Bounty Hunter и посмотрим основное задание, которое у нас здесь есть. Это раскопки. Как раз у нас получается на одну серию. Очень удобно, очень хорошо. И это. Опять же, будут какие-то соображения, пишите. Я тогда посмотрю, что можно сделать. И... Уже исходя из ваших комментариев, будем дальше смотреть, что... Кстати, видите, тут показано, что и где и чего я сделал. Предметы... А, кстати, да, есть еще коллекционные предметы. Но коллекционные предметы — это красивые костюмчики для... Для онлайна, я не знаю, как это работает. Так, тут собрано 6 из 8. Коллекционные предметы в области. Оно тут меняется? Да, меняется. Тогда здесь мне почему-то показано, что я Bounty Hunters не выполнил. Хотя, вот, я навожу, например, мне говорят, ликвидировано. Здесь можно было получить пистолет. Здесь где-то, где? Вот здесь. Можно было получить... Загрузись, пожалуйста. Тут должно быть показано. Там такой световой меч, оружие. Ну, он у меня, по идее, должен был появиться на базе. Просто я еще не пользовался, не смотрел. И оказывается, я не... Ну, то, что я не все вышки... Понятно? Я не все очки спартанца там собрал. Оказывается, их еще где-то два заныкано на карте. Хотя, вроде как... Я все открывал, мне кажется. База гольф. Быстрое перемещение. Ой, быстрое перемещение! Ой-ой-ой, это прикольно. База Фокстрот. Ну, это эти обе базы, у меня все три базы тут захвачены. Короче, все, ребятушки, тогда давайте на этом заканчивать. Пишите в комментах, что да как. Я пока что вам план рассказал. В следующей серии мы пойдем смотреть Bounty Hunt и пойдем на следующее задание. А пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, побра, всем молодушек. Всем покеда.